Здравствуйте! Мы продолжаем обзор виртуальной книжной выставки «Путь к успеху», которая представляет вам лучшие бизнес-книги из фондов Центральной городской деловой библиотеки. Пятый раздел нашей выставки посвящен технике ведения переговоров. Переговоры в современную эпоху являются уникальным, всеобъемлющим и универсальным средством коммуникации. Переговоры – это сложный процесс, участники которого вступают в различные взаимоотношения, используя при этом разные приемы влияния друг на друга. Наибольшая сложность состоит в том, чтобы организовать переговорный процесс в целом и управлять им в течение всей встречи. Мастерство в переговорном процессе – один из самых необходимых навыков во все времена. А искусство убедить кого угодно и в чем угодно ценится в любом социуме. Если на уровне разрешения межличностных отношений люди порой ведут переговоры на основе использования жизненного опыта, обыденного знания и интуиции, то организация в бизнесе требует особых знаний, умений, навыков, стратегий и методов. Из-за сложности решаемых проблем необходимо знать, как, когда и при каких условиях вести переговоры. Здесь необходимо искусство убеждать, искусство компромиссов, балансирования и риска, игры и расчета, единство содержания и формы. В изданиях, с которыми мы познакомимся сегодня, собрано множество практических методик и интересных приемов. Авторы наглядно демонстрируют, как их использование позволяет заключить выгодные соглашения в любых ситуациях и обстоятельствах. Прочитав эти книги, вы будете иметь в своем распоряжении целый арсенал новых стратегий ведения переговоров, которые позволят вам добиться выдающихся результатов, невозможных при использовании обычных тактических приемов и уловок, поскольку умение продуктивно и бесконфликтно вести деловые переговоры это необходимое качество для того, кто хочет добиться успеха в бизнесе.
Уверена, что представленная на нашей виртуальной выставке литература поможет вам овладеть искусством ведения переговоров и преуспеть в бизнесе. Выставка подготовлена ведущим библиотекарем читального зала Натальей Афанасьевой. До новых встреч, дорогие читатели!